хорошо, так тут красиво. Леонид Маргулин. И микрофон не работает. Он хотел сказать добрый вечер. Еще что-то скажешь? Родион Марченко. Теперь хоть куда, в свитерах без оленей
от кучи, но, наверное, уже никогда, чем когда-то не будет нам лучше. Здесь природа тиха и стройна, ни за что итальянцам не стыдно, а у нас на Кавказе война, и концей пока что не видно. Но никто не хочет слышать о войне, ни о второй, ни первой мировой, и не о той, которая во мне, где все мои товарищи со мной. Никого мне уже не вернуть, их никто никогда не разбудит. Неизвестно, где кончится путь, но романтики больше не будет. Никто не хочет слышать о войне, ни о второй, ни первой мировой, и не о той, которая во мне, где все мои товарищи со мной. Где все мои товарищи со мной? Смотрю прямо в глаза, ничего не видно. Ничего не видно. Вот, хорошо. Вот, знаете, Юрий Кукин как-то выступал где-то во Франции. У него был, значит, все собрались, сказали, что русский бард приедет, там такие, нам французы пришли, все. И он, значит, стул поставил, а там сзади такой бассейн, и ему подарили цветы. И он задние ножки так поставил, прям туда в бассейн. И когда садился, и прям туда. И цветы в это время все. И они поняли, что это вообще великий русский фокусник. В общем, там песни все равно никто не понимал. А вот этот номер ему удался. Сейчас Леонид Юрьевич даже я не помню эту песню, но мне кажется, ее сейчас надо спеть. Да, вот если возможно, выключить свет. Да. На Леонида Маргулина, потому что, во-первых, смотреть не на что. А во-вторых, собственно говоря, он вспоминает гестапо, и ему нехорошо. А как ты думал, Леонид Юрьевич? Мы же артисты. Мне есть на что посмотреть. Мне. Да, ну. Но я не могу. О, так лучше. Так лучше? Лучше. Ну ты отвернись просто. Теперь мне не видно текста. Да ты не знаешь. Игрушки сняли, елку вынесли, смели иголки в бугорок, и не осталось даже вывески, и даже мысли между строк. Какой к нам год пришел с метелями, стерильный, словно чистый лист, играя с радости с похмельями, снежинками, как гармонист. Что с нами происходит? Правильно ли живем? Вот еще год проходит, а мы все ответа ждем. Год действительно стремительно ушел, как талая вода, и к нам, ко взрослым, применительно он был короче, чем всегда. И может, лучше и не стали мы ни на работе, ни в семье, но, слава Богу, не пристали и при салате Оливье. Что с нами происходит или произойдет, знать не дано в
выходит даже на год вперед. А поутру молчат будильники, поскольку не заведены. И торт не тронут в холодильнике среди искусственной зимы. А на балконе настоящая зима пельмени стережет. И елка во дворе стоящая Снегурочка кого-то ждет. Что с нами происходит? Долго ответа нет. Видно, должны мы сами каждый найти ответ. Что с нами происходит? Правильно ли живем? Вот еще год проходит, а мы все ответа ждем. Игрушки сняли, елку вынесли, смели иголки в бугорок, и не осталось даже вывески и даже мысли между строк. Да, вот как-то, знаете, все хочется как-то как раньше. Как раньше хочется, чтобы так захватила такая бардовская ситуация, чтобы как-то тут такая атмосфера была. Налейте еще себе. Но не торопитесь. Вот я все время вспоминаю моего кума Леню Лейкина из Лицедеев. Он всегда, когда мы собираемся, сразу выпивает 3 раза по полстакана. И говорит, все, вам меня уже не догнать. Есть еще, значит, у меня один друг, с которым я всегда делю воспоминания о своем дворе, о своем детстве. Это Сергей Макаров, 2-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира, красная машина, так называлась их команда, Фетисов, Ларионов, Крутов, Касатонов, Макаров. И сейчас он даже вошел в лучшую пятерку хоккея за 100 лет. Представляете, вместе с Харламовым. Ну и вот я, конечно же, спел ему эту песню про наш двор. Сейчас спою и вам. Посвящается Сергею Макару. Вы знаете, что-то они похожи как-то. Давайте я сейчас какую-нибудь другую спою песню, вот такую. Что это за песня? А это не песня калькулятор. Я сидел у тусклой лампы допоздна, вспоминая давний запах дальних мест. Я гулял по синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг незапертую дверь. Кто-то знал про все, а может и не знал. И вот теперь от живодом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до 100 мы целоваться, но краток речной маршрут. Кончилась хлынчкара, поздно, и дома ждут ара. Вдоль Москвы реки и сонного Кремля я скольжу пустым пространством мостовых, и не смотрят светофоры на меня с безразличием мостовых на выходных. Перламутровым загаром города покрывает разгоревшийся восход. И мне кажется, что было так всегда, всегда в тот год. От живодом моста мы пили с ней вино,
могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась гончара, поздно и дома ждут, пора. Значит, мог в зимний весен карусель проплывать, неоднократно мимо нас будут петь вокруг, стареть, стелить постель и ждать, Бог даст. А небесный калькулятор ни на миг не собьется, и мгновенье, как вино, отсчитает и прольет, что не вместить в него. Оно под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась гончара, если нигде не ждут, пора. Та-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да-да. В тени беспечной крыльев мамы и отца, и никому не разглядеть сквозь одинаковый загар, что у мальчишки точно есть какой-то дар. Моральный кодекс на панно всем пионерам был знаком, и мы не знали, что давно нас покрестили всех тайком. Светлый праздник Новый год справляем вместо Рождества, и красным цветом отдает еще ноябрьская листва. Но что-то важное уже мы видим в прожитой зале, весьма полезное потомкам и земле. Обещания вождей, фальшивые, как Дед Мороз, недоумение вызывают и вопрос. И хорошо бы дальше жить и вспоминать учителей, и подорожник приложить на ранку памяти своей.
где-то в дальней стороне. Одни родители не спят, и как секретики в земле воспоминания хранят. Ах, если б знали мы тогда, ах, если б знали мы тогда, что обещание не исполнит никогда. И ни райком, ни ЦК, и только время и река нас понесет куда неведомо пока. Да. А так вот сейчас как-то жалко. Вот сколько всего хорошего научились-то в этом в детстве, а никуда не пригодилось. Потом в армии я учил вот этот устав. Устав от корки до корки выучил. Файлы-то ведь маленькие. Несколько стихотворений Бродского не вошли. А устав есть. Я сейчас могу процитировать. Я всегда вспоминаю, что я прекрасно заправляю фотопленку в фотобачок. В темноте. Так прямо вот, дай фотобачок, фотопленку. Я в темноте заправлю там. Все даже, а не надо. Вот и песни тоже. Почему-то мне, что-то у меня сегодня какой-то этот, такой ретро какой-то прям. Надо что-то спеть. Давайте вы... Сейчас такой будет выплеск. Сейчас мы споем хором. Дети есть в зале? Поднимите руки. Вот. Группа «Звери», знаете? Это самое... Да. Дожди пистолеты. Сейчас мы хором как дадим. Ребенок, по-моему, один, да? Я понял. Нет, вот они думают, что мы там хором песни не поем. А мы поем хором песни. Востяк, в жизни важен первый шаг. Слышишь, верю под страною, их яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. Лучше стало, да? Хорошо так, на душе, радостно. Олег, в это время петь эту песню кощунство, потому что Ленина выносит сейчас, ты знаешь? Это еще мы посмотрим. Выносит, выносит. Это мы еще... Я уже проголосовал. Еще одну. Про Ленина? Нет, нашу. Пионерскую нашу давай. Светись кострами синие ночи. Да, и как вот нам вот, как-то наше поколение проскочило. Проскочило пока. Как-то без войны. И как-то мы не замечали даже, что кого-то сажали, кто-то по лагерям там где-то, враги народа какие-то. Сейчас я прочитал, обалдел просто. У нас все было такое солнечное, парусиновые туфли, сатиновые шаровары, трусы. Солнце, 63-й год. Все как-то в тени, беспечные мамы и отца. Вот, и недавно мне мой сосед, тут я не могу не похвастаться в очередной раз, мой сосед Эльдар Александрович Рязанов, сосватал книжку, которая называется «Жизнь сапожок не пар». И я был потрясен, ну, несмотря на то, что я уже читал и Солженицына, и, в общем, много чего уже узнал, но вот это... Женщина просто написала о своей жизни,
Тамара Петкевич. Ни за что. Человека взяли и понесли. Сначала по жарким республикам, потом по холодным. И, в общем, большая радость, что ей недавно исполнилось 90 лет. И ей говорят, а как же вы пережили-то все это? Она говорит, а мы не пережили, оно все так в нас. Вот я под впечатлением этой книжки написал песню, называется «Пассажир летящей пули». Пассажир летящей пули, через год 30 стальной, где снесенные погнулись все кресты взрывной волной. Если ты случайно выжил за немыслимую мсту, все равно на сердце выжег лагерь красную звезду. Кто вам сказал, что стали годы спустя, как все, с нами товарищ Сталин в памяти и во сне. Пассажир летящий 8 самолетом в Магадан вас послал товарищ Мосин из винтовки в никуда. Отражение несчастья в каждой капле дождевой, счастьем кажется отчасти то, что ты еще живой. Кто вам сказал, что это мы пережили все? Мы до сих пор и летом стужу в себе несем. Пассажир летящей пули через голову мою, как свечу тебя задули страхом в северном краю. Ни за что тебя распнули и не дали пасть в бою. Пассажир летящей пули с остановкою в раю. Кто вам сказал, не может в жизни такого быть? Пусть вам Господь поможет все это позабыть. Кто вам сказал, что стали годы спустя, как все, с нами товарищ Сталин в памяти и во сне? Вот. А следующая песня у меня лежит почему-то про перестройку. Да, была перестройка, я сейчас помню. Вот прям я как раз здесь через площадь-то, у нас там филиал театрального института ГИТИСа, и там мы как раз с Мишей Евдокимовым и учились. Вот, и заочное отделение было такое смешное. Два раза в год мы приезжали, взрослые дяди и тети, и изучали зарубежный театр, литературу. Ну, больше даже мы преподавателям рассказывали. Они сидели, слушали, а мы им рассказывали, как сейчас вообще там история эстрады, что там сегодня происходит. Вот. И как-то надо было в полтора месяца целый год уложить, или полгода. Да? И поэтому мы с собой приносили даже что-нибудь поесть, чтобы не отвлекаться. И, например,
Лариса Григорьева, артистка, она приносила с собой яблоко. Следила за фигурой. И вот яблоко и все. Короче, у нее был только парень из Кургана. Он переносил кипяченую воду. Вот. И девочка Марина из города Сочи приносила все, что было в буфете гостиницы «Спорт». Две бутылки шампанского и четыре бутерброда с черной икрой. А Миша подходил вот к этому как раз к таганскому метрополитену, и там стоял мужик такой в фартуке с этими, с хот-догами, только появились, такой лоток. И он ему говорил: пойдем со мной. И этот мужик приходил в аудиторию, там прямо рядом, и вот Миша говорил: угощайтесь. Вот. Вот в то время была написана песня «Хроники перестройки». Можно гитару чуть добавить. Она играла на пальте, и так играла, так играла, что даже плакал в темноте состав случайный у вокзала, как шар бильярдный под дождем. Он по стране катил неспешно, где умирал вождь за вождем, и альт ее пел безутешно. А я открыл колбасный цех и продавал казенный провод на рижском рынке, как и все, и все искал для встречи повод социалистического царствования. Шел 70-й год, избегал в дорожные мытарства, снова я, а она наоборот. Была жемчужиной она, филей и всей филевской ветки, и вслед смотрела ей шпана, когда она картошку в сетке несла и шлейфом плазон сбивал мужчин на ритм ламбады, и в них включался медный сон. Но ей другого было надо, в работе честные пути мне удавались лишь местами, тогда никто не мог пройти между братвою и ментами социалистического царствования. Оставался ровно год, избегал в дорог, на себе испытывал мытарство, снова я, а она наоборот. Она уехала легко, но где-то в Хайфе, в ресторане, ее я встретил через год и возвратил филевской маме. Страна как тройка понесла и разнесла союз республик. Кому-то дырка и весна достались, а кому-то бублик. Кому-то гласность и беда, кому-то ходы и заводы. Но вспоминаются всегда любовь и молодые годы социалистического царствования. Нет, а я и не грущу, но уже альтистку свою царственную я никуда не отпущу. Thank you.
Это веточка березы. А, это веточка березы из окрестностей села Куинбаева. Вижу улыбку, Олег Григорьевич. Спасибо. Соколова. Это вот у нас гости из Челябинска. А веточка вот она, нарисована тут она. Это вот, знаете, Куинбаева, это где мой институт физкультуры собирал картошку. У каждого есть такое какое-то звучное название в памяти, когда человек учился в институте и ездили убирать картошку, и тут идет деревня. Название. Да, конечно, очень много приятного там. Оказалось бы, проще простого информацию верную дать, чтобы в дальние Колпино снова нам не ехать, билеты сдавать. Ведь оттуда до дома родного очень холодно и далеко. Разве стало фанатов так много, чтобы от них отказаться легко? А мы же в Колпино не уступаем. Это стихи, Олег. Да. А что-то... Мы же были в Колпино. Нет. Не были? Может, и были. Нас же дело телячье. Нас пошлют вот в Альма-Матерь. Ну вот. Вот многие у вас спрашивают про ваши песни или просят спеть их. А расскажите мне лучше про технику движения рук при плавании стилем баттерфляй. Вот, Наташа спрашивает. Это надо, Наташа. Показывать надо. Показывать. Это самое. Подойдете после перерыва. Я такой тренажер изобрел, да. Стол 23D, Златоуст, Черная гора, 80-е годы. Как тогда было здорово. В память этим временам сегодня здесь, Ольга. Да, давно это было, 23D, стол 23. Знаете, мы были в Китае, и с нами как раз был один из мяса, главный врач санатория. И там подавали суп, и он, значит, суп попробовал и говорит: «Пятый стол». Так вот он оценил диетический такой суп. Не соленый. Никакой. Как вы познакомились со своей нынешней женой? Может, про всех сразу рассказать? А то про одну расскажешь, другая обидится. Давно это. Давно это. Жили в нашей деревне Иван да Мария. Это такой анекдот длинный, мы его рассказываем. Ну, может, тогда уже концерт не проводить. Как-то вот здесь была у меня еще такая новая песня, знаете, сейчас про... Я написал песню про Сочи. Вот. Получилась она от женского лица. Ее сейчас великолепно спела Валерия. Кстати, вот 28 февраля в Театре эстрады, пятый концерт, у нас будет вот с гостями. И я надеюсь, что и Иосиф Кобзон будет там, и, в общем, много кто чего там спел, и Андрей Макаревич спел песню «Крепитесь, люди, скоро лето», потом Тамара Гварцетелис спела тоже новую песню, которая называется «Две печали», а Валерия, вот, я сейчас за нее спою. Ну, я, конечно, хуже. Песня посвящается второму сочинскому фестивалю «Лето – это маленькая жизнь». В этом году будет третий, я надеюсь. Мы плывем слегка качаемые волной сквозь просторы нескончаемые домой. Прощается закат золотой с появившейся на небе звездой. Мы прощаемся с тобой, милый мой, домой. И расставаться хочешь, не хочешь, все же придется, но не на года. Синий
сутки города Сочи будут нам сниться всегда. И отправимся мы в разные города. Голоса еще останутся в проводах. Не останется надежда еще, но не выйдут ее слезы со щек. И на то, что нестерпимо печет еще. А расставаться хочешь, не хочешь, все же придется, хоть не на года. Синие сопки города Сочи будут нам сниться всегда. И захочется вернуться еще не раз, окунуться в разноцветье, в теплы, в Кавказ, где впервые нам простор высоты открывался сквозь большие цветы, где впервые мы узнали, что есть я и ты. Но расставаться хочешь, не хочешь, все же придется, хоть не на года. Синие сопки города Сочи будут нам сниться всегда. Синие сопки города Сочи будут нам сниться всегда. Кстати, пользуясь случаем, приглашаю вас на этот фестиваль. В этом году он, наверное, будет в конце августа проходить в городе Сочи. Вот еще надо бы песню. Помните, такая была записка, приходила Леонид Сергеев всегда в конце концерта. Сейчас мы знаем, что это писал Брунов, такой исполнитель. Он ему писал в конце концерта, записка приходила: «Леонид, спойте какую-нибудь песню». Вот такая. А ну-ка скажи, а ну да. «Ленты». Ах, как ленты на ветру висят, чьей-то свадьбе обрывки фраз. Но зачем друг другу мы снились, если виделись только раз? Но зачем друг другу мы снились, если виделись только раз? Только раз, да и то приглядку. Ты просила все спой да спой, а я серчал на свою трехрядку, что не песня про нас с тобой. Ехал, ехал с ярмарки, да увидел невзначай сквозь ленты свадьбы яркие тебя, моя печаль. И с тех пор столько лет не спится, эти ленты да дождь в ночи. Сколько можно друг другу сниться, а в ответ только ночь молчит. Ехал, ехал с ярмарки, да увидел невзначай сквозь ленты свадьбы яркие тебя, моя печаль. Не с
сойтись нашим тропкам видно, есть другая, есть другой, и во сне целоваться стыдно, и не встретиться нам с тобой. Ехал, ехал с ярмарки, да увидел невзначай, сквозь ленты свадьбы яркие, тебя моя печаль. Ах, как ленты на ветру бились, чьей-то свадьбе обрывки фраз. Ну зачем друг другу мы слились, если виделись только раз? Ну зачем друг другу мы слились, если виделись только раз? Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что сегодня вот там в фойе стоит молодой человек, и он продает диски. И вот диск Леонида Марголина «Побудь со мной». Если кто-то не приобретет его, у вас будут проблемы. Леонид Юрьевич просил так сказать. Нет, очень хороший диск, я вам рекомендую. Потом, знаете, вот все так компактно стало. Вот на этих МРЗ 4 диска здесь, да, и на них 20 альбомов. Практически все. Но кто еще не знает про МРЗ, одна женщина говорит, купила, все диски называются одинаково, МРЗ. Вот поставила дома, не работает. Я говорю, гражданочка, МРЗ это же специально надо ставить в аппарат для МРЗ или в компьютер. Вот, а потом сам я на это попался. Пришла записка как-то вот на концерте тоже. Спойте такую-то песню, подписано «Женщины за ЗО». Я думаю, наверное, какой-то завод в городе секретный. Вот оказалось, это женщины за 30. Еще, оказывается, есть женщины за чё. Вот. А здесь вот как раз тоже объединены две книги. Две книги, ну тоже я повторю это, я не могу молчать, у меня соседка Виктория Токарева. Я ей подарил, вот именно как раз вот эту я подарил здесь, потому что много фотографий, записки и все. Я ей подарил книжку, а она же писательница. Я говорю, Виктория, может зря я книжки выпускаю, выпускал бы диски. Она говорит, ну почему зря? Вот ты через 50 лет помрешь, она мне говорит. А я книжку открою, фотокарточку посмотрю. Вот, в общем, на книжке очень удобно расписываться. В других городах она не продается, везти тяжело. В конце первого отделения, надо же поесть, в конце первого отделения прозвучит еще одна не новая песня. Пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы любоваться до скончания дня. Вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня. И все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже. А я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участком, смотрю лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порос, дом плывет по ветру, а меня нет.
наша грусть. Я мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты рвусь с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел, видеть про разлук, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь, жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча.